Французская речь сегодня раздавалась в стенах торгово-промышленной палаты. Сюда, с родины Бальзака, чтобы наладить и укрепить коммерческие отношения, прибыла делегация, представляющая интересы порядка 10 регионов дружественного государства. Свой визит в Татарстан французы начали с посещения Казани, затем побывали в Елабуге. И вот сегодня добрались до набережных Челнов. Здесь, конечно, гостям прежде всего устроили экскурсию на КАМАЗ и по IT-парку. А уж потом настал черед переговоров с местными предпринимателями. Мне очень приятно было увидеть, что у вас есть и инфраструктура, и люди способные, и заводы, которые хорошо работают, и очень гостеприимные люди. И я очень надеюсь, что вообще как будут возможности дальнейшего сотрудничества между Россией, и, в частности, между Татарстаном и Францией.